Это была такая мода в Америке на автомобили, которые посажены очень низко, еще там гидроподвеска, можно было искры по асфальту делать бампером. Вот, это называлось лоурайдер. Вот, а то мы песня. Я думаю, что я начну один, как видите, я уже практически готов. Вот, а
процессе композиции ко мне присоединятся все остальные музыканты, и мы заодно и настроим звук. На бас-гитаре сегодня со мной играет Роман Гринёв. Thank you.
Спасибо. Это была композиция Low Rider. Ну, и мы продолжим фанковую тему. И следующая композиция — это знаменитая песня группы Rolling Stones, которая называется «Miss You». Кто ее только еще не исполнял. Мне эта песня в том числе мила, потому что там прекраснейшая была партия губной гармошки, которую я в свое время болел. Вот. Ее играю Sugar Blue. Я ее играю несколько по-другому. Можете найти в интернете, послушать оригинал. Thank you.
спасибо. Двух Rolling Stones, Мик Джаггер и Ричардс. Величайшие люди. Но особенно Кит Ричардс. В 70 лет с пальмы упал, например, знаете об этом. Вот, это уже в принципе достаточно. Ну и теперь все-таки пора сыграть немного джаза. И мы сыграем композицию, которая называется You Don't Know What Love Is.
спасибо. Итак, нам понравилась великая джазовая композиция. Ну, я считаю, важно в условиях русской реальности не забывать про то, что у нас есть прекрасная музыкальная культура русскоязычная. Ее можно адаптировать под разные форматы. И сейчас мы сыграем песню, которая долгое время считалась русской народной, потом у нее внезапно нашелся автор. Это, кстати, автор оказался тоже не совсем русским. Ее написал Николай Петрович де Витте, голландец российского происхождения. То есть он уже родился в России, говорил по-русски. Он был величайшим орфистом 19 века. Помимо этой песни, кстати, ему приписывают еще знаменитый роман «Сочи черная». Но там под вопросом, а эта песня точно его. Эта песня называется «Не для меня придет весна». Thank you.
Спасибо. И на меня придет весна. Николай Деликто. Но я вообще не люблю делить песенную культуру на какие-то периоды. Для меня, в общем-то, что старая песня, что более-менее новая песня. Вот они могут быть одинаково хороши или, вот, или одинаково плохи. Поэтому сейчас мы сыграем композицию, кстати, единственная инструментальная композиция, которая была написана этим автором. Это будет вальс, который называется «К Полине». Его написал человек под псевдонимом Веня Дыркин. На самом деле его звали Саша Литвинов. Он родился в маленьком городе на Украине. Писал замечательные песни, просто запредельные. И, к сожалению, стать звездой он не успел, потому что он 29 лет, умер от рака. Его не успели вылечить. Тем не менее, сейчас в Москве и в других городах проводятся регулярно фестивали памяти. И вот одна из его композиций, единственная, которую он написал инструментальная, называется «К Полине». Она посвящена его жене. Если можно, ривер. Thank you.
Спасибо. Денис Зыбкин, Полина. Но сменим настроение, и сейчас играем еще одну знаменитую фанковую тему. Эту тему очень здорово играть с незнакомыми музыкантами, потому что она всего на одном аккорде. Не все знают, кто ее написал, потому что она очень широко разошлась. На самом деле ее написала группа The Matters. Это прекрасная фанковая группа, послушайте как-нибудь на досуге. На самом деле люди, которые придумали фанк примерно в то же время, когда и Джеймс Браун. Я, честно говоря, их люблю гораздо больше, чем Джеймса Брауна, при всем уважении к последнему. Вот. Это песня на одном аккорде до мажора, она называется Tissy Strut. Thank you.
трафика, но для него не больно. Я на самом деле недавно на первом же занятии объясняю, что самый кайф у многих гармоники — это представить, что это инструмент не какой-то с аккордами, с нотами, а что это два барабана. Один барабан на вдох, другой барабан на выдох. И мыслить бубную гармонику как перкуссионный инструмент, как эффективный. Тем более, что мы и так задержали. Кто хотел на метро, уже явно на него не успел. Вот. Ну, и напоследок мы вам сыграем. Что мы сыграем напоследок? Одну или две композиции? Две. Тогда давайте мы сыграем Леон Рассел «This Masquerade». Мы потерялись в этом маскараде.
Ну что, а теперь завершим мы наш концерт замечательным джазовым стандартом, который называется Coming Home, Baby. Вообще, джазовый стандарт — это вещь интересная. То есть обычно, как говорят, что такое джаз? Джаз — это музыка, которую играют джазовые музыканты. В общем-то, это блюз. Мне больше всего нравится, когда его исполняют такой с тяжелой гитарой в стиле панк-рок. Сегодня я уже показал вам, что губная гармоника может быть перкуссией. Вот, но не только. Сейчас вы услышите еще один необычный звук, который я буду издавать при помощи электронных эффектов. Называется Coming Home, Baby. Thank you.
по-другому. Спасибо. Большое спасибо, что пришли, что дождались. Большое спасибо, что не ушли на метро. Мне это очень приятно. Я боялся никак, что уезжать перед пустым залом, особенно когда я здесь задержка. Спасибо. До новых встреч. Увидимся.